Всем привет, уважаемые подписчики! Хотелось бы напомнить, что первый сезон сериала «Закрытый сезон» состоял из 8 серий. Производством данной картины занималась кинокомпания «Марс Медиа». Режиссерское кресло занимала Дарья Полторацкая. Сценаристом сериала являлась драматург Алена Звонцова. Актерский состав состоял из таких именитых актеров, как Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Нелли Уварова, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Юлия Яблонская, Тимур Базинский. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона, а именно 9 серии. Но дата релиза второго сезона многосерийной мелодрамы «Закрытый сезон» еще не анонсирована. Однако есть вероятность того, что продолжение все же выйдет. А чтобы быть в курсе, подписывайся на наш канал.